Химках полным ходом идет масштабная реконструкция детского сада на Юбилейном проспекте. Его строительство на личном контроле главы Дмитрия Волошина. На сегодняшний день выполнена треть работ. По графику, как мы должны, до 15 апреля заканчиваем монолитные работы третьего этажа. Приступаем к отделке кровли и внутренним работам. Старому детскому саду исполнилось бы полвека. Приняли решение не просто капитально отремонтировать здание, а фактически возвести новое. И это уже 3 этажа вместо старых 2. Это, скажем так, фасадная часть, которую будут видеть дети. Здесь будут все детские площадки размещены. Да, объект, конечно, шикарный будет здесь. Будет красиво. Здесь все продумано до мелочей. По проекту в каждой группе предусмотрены, как и полагается, игровая комната, спальня, раздевалка, буфет. Садик будет иметь 2 просторных отдельных зала для занятий физкультурой и музыкой. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Идем в графике, и важно, чтобы мы не по 2-3 года строили социальные объекты, которые, как вы сами понимаете, действительно жизненно необходимы сегодня химчанам, а ударными темпами в течение года. Новый детский сад позволит значительно снизить социальную нагрузку на уже существующие дошкольные учреждения в микрорайоне. В Химках, наверное, одна из лучших ситуаций в Московской области, да, с детскими садами. Как раз это связано с тем, что, формируя народную программу, отдельный блок был посвящен именно строительству, реконструкции, капитальному ремонту учреждений дополнительного образования, в том числе дошкольного образования. Детский сад «Радуга» будет отвечать всем современным нормам и требованиям. Его открытие ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Юлия Самошина, Александр Сергеев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.